Из-за небывалых темпов роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в Березниках отменены все массовые мероприятия. На карантин закрывают и школы города. Первыми на внеплановые каникулы еще на прошлой неделе вышли учащиеся лицея номер один. Сегодня без уроков остались ученики 30-й школы и 9-й гимназии. С завтрашнего дня на карантин закрываются еще 4 общеобразовательных учреждения. Это 3-я, 11-я, 24-я школы и 1-й корпус школы номер 7. Также сегодня днем руководство Березниковского драмтеатра сообщило, что зрителям необходимо сдать билеты на спектакли, которые были в репертуаре до 1 февраля. Все постановки будут отменены.